Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Петр Шепель благодарит Ольгу Бузову, которая заметила его симпатию к Вере Курочке и помогла их отношениям. Появление Веры на поляне, их искренние отношения и первые настоящие поцелуи опровергают слухи о Петре. Якобы у Шепеля за периметром есть семья, жена и дети, и он появился на Доме-2, чтобы заработать. Лиза Триандафилиди после расставания с Захаром Соленко хотела покинуть проект, но теперь она обратила свое внимание на Петра. Лиза пишет: «Когда его побрили на шоу, я обомлела, он шикарный мужчина». Захар признается, что у него остались чувства к Лизе, но, несмотря на это, он готов лететь на остров любви к Лере Фрост. Саша Черно оправдывается перед подписчиками и объясняет всем, почему она разболтала подробности про волшебство с Иосифом Оганесяном. «Я ужасная болтушка», – пишет она, – «были ужасно сильные эмоции и чувство страха. Я хотела от этого сбежать, хотела обидеть, всю боль отправить на человека, который сделал для меня многое». После всего произошедшего Иосиф простил Сашу, и они продолжают строить отношения. В недавнем эфире подозрения зрителей о настоящем возрасте Ольги Рапунцель были подтверждены. Девушке действительно 35 лет. Эту цифру озвучила Маша Кахно, и никто из участниц не поправил ее ошибку. Оля Рапунцель и Дима Дмитренко назначили дату свадьбы. Они еще не подали заявление в ЗАГС, но запланировали свадьбу на 17 июня. Ольга надеется, что они еще долго будут на Доме-2, в ее планы входит как свадьба, так и рождение ребенка. Настя Зубова пишет о своем разочаровании в романе «Барончуке». Она продолжает принимать ухаживание Стаса Дегтяренко. Стас пользуется большим вниманием со стороны женщин, как участниц проекта, так и женской части зрительской аудитории. Фанатов сводит с ума его накачанное тело и рельефные мышцы. Он уже получил титул главного мача проекта. Кристина Ослина поддалась проектной моде, она увеличила свои и без того пухлые губы. В сети появился пост Ольги Васильевны Габозовой. Женщина сообщает, что Саша подал на развод с Лианой. А Лиана опровергает слухи. «Это лишь ее мечты и фантазии», – пишет она свекрови. Маша Кахно опубликовала фотографию с записи песни. Еще одна певица появится на проекте. Не успела Ольга Бузова презентовать свой сингл «Люди не верили», как она уже записывает новую песню. Она рассказала об этом своим подписчикам. Элина Камерен, вдохновленная успехом Бузовой, тоже хочет стать певицей. «Мы с моим директором сидели и думали, а может запеть? Сейчас для этого голос не нужен. У нас масса примеров без голоса, но с хорошими песнями или правильным маркетингом». Либерж Кпадону отправила заявку на участие в шоу «Голос». «Я чуть сознание не потеряла от волнения, когда отправляла. Что же будет со мной там?» На выходных Саша Гозиас съездила домой и привезла дочку Софию в Москву. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома-2 на канале ТНТ.